Всем привет! Сегодня хочу показать очередную свою работу. Он очень интересный нож. Это нож Бёкер Плюс Нано. Стальной клинки 440C. Вот это его родная накладочка. Она сама по себе тоже интересная. Но заказчик попросил сделать на этот нож две накладки. Одна вот такая. Это заводская накладка. Я ее убираю. Одну синенького цвета, причем попросил оставить точно такой же рисунок, как на заводской пластиковой рукоятке, накладочке точнее. И вот получился такой вот интересный ножичек. Достаточно очень такой прикольный нож. Ну, рука у меня не маленькая, как бы, даже не знаю, как показать сейчас. Маленечко фокус отведу. Вот так. То есть, ну, ножик в руке, так, ну, на два пальца, грубо говоря. Но достаточно интересный. Здесь у нас получается, так, как это называется у нас? С головы вылетело. Фреймлок, вот, фреймлок. Клиночек по центру. Все отлично. Обработочка нормальная. Винтики все на месте. Очень интересный нож. Такой горбоносик. Вот, решил я сделать такую вот импровизированную стоечку для этого ножа. Мне показалось, это будет прикольно. Так, ну и сейчас немножко волшебства. На счет раз, два, три. Нож ненадолго исчез. И сейчас на счет раз, два, три появится другой, уже с другой накладочкой. Оп. Вот и вариант номер два. Желтенькие накладочки. Смотрится тоже очень здорово. Был сделан, опять же, такой же самый точный рисунок, как на заводской плашке. Ну, экспериментировать не стал. Как бы это было пожелание заказчика. Также, хоть ножик маленький, такой, ну, необычный, но вот плашки у него изнутри, это нужно было делать фрезеровочку. То есть, казалось бы, снаружи очень простой нож, это просто накладки. Но после того, как он ко мне пришел, я его разобрал, стало ясно, что еще требуется фрезеровка, и поэтому сумма была слегка изменена. Теперь у хозяина этого ножа есть небольшой комплект сменных пиджачков на этот ножик. Кстати, нож достаточно интересен. Тут и красивая клипса. То есть и носить его на кармане классно. Такой для EDC задач ножик, по-моему, вполне подходящий. Опа! Так. Вот такая вот у меня композиция получилась. В ближайший день-два нож я отправлю. Спасибо, ребята, за внимание. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока.